Обычно уборочная кампания в Ульяновской области начинается в конце июля. К этому времени уже созревали хлеба и комбайны выходили в поле. А в этом году природа внесла свои коррективы. Из-за дождей хлеборобам пришлось начало уборочной перенести. Несмотря на все перипетии погоды, уборочную никто не отменял. Август, наконец, подарил нам ясное небо, жаркое солнце, а значит, комбайнерам пора отправляться в поле. И мы сегодня проведем с ними один день. Провести один день с комбайнерами мы отправились в село Покровское Целинского района, хозяйство ООО «Новая жизнь». Здесь уборочную начали за день до нашего приезда, так что работы было еще не початый край. Одной только пшеницы убирать 1700 гектар, а потом ждет еще и традиционная целинская культура – сахарные свекла. Хотя даже сейчас на пшеничьем поле комбайны выходят с опаской. Земля еще немного влажная, а вместе с ней влажным остается и зерно. Хотя начали уборку, влажность зерна 21% утром было, к вечеру 17%. Ну что хочу сказать? Вот для человека несведущего, так сказать, это много 21,17%? 21% это много, значит. Ну, стандарт примерно 13,5-13,8%. Вот такое зерно на хранение будет лежать и не будет греться. Но ждать дальше времени нет. Комбайны смазаны, заправлены, заведены и трогаются в путь. А поле за селом. Всего в этом хозяйстве 5 машин. Как подчеркивают руководители и комбайнеры, все отечественные, собраны в Ростовской области. В том числе и 3 комбайна, больше напоминающие космические корабли, в которых рычаги и педали заменены на джойстик, герметичная кабина оборудована бортовым компьютером, кондиционером и даже холодильником. Так что работа комбайнера сейчас хоть и тяжелая, но не пыльная. Жатка хорошая, 7-метровая, захват хороший, бункер, как говорится, зерно в этом году хорошее, вот, и бункер хорошо наполняется. Ну, да, комбайн хороший, по новой технологии сделанный, удобно. Хотя даже при наличии электронной начинки комбайны должны настроиться на работу. И даже у совершенно новой техники может что-то забиться или заклинить. Но все это вопросы решаемые. Что-то где-то подрегулировать, что-то где-то подкрутить, как бы это же техника, она ее нужно настраивать перед тем, как убирать. А настраивается она в поле. Как бы засоренность в бункер какая идет, какой вымолот идет, ветра прибавить, убавить ветра. Как бы от этого первый день, как бы, это нормально для первого дня. Но я думаю, сейчас все настроить в течение 2-3 дней и пойдем мы на полную мощность. Еще одна особенность современных комбайнов – это то, что комбайнеры на них работают в одиночку. Для тех, кто не в курсе, в советские времена машину, как правило, обслуживала пара – сам комбайнер и его помощник – штурвальный. Штурвальные часто шли подростки, желавшие подзаработать во время каникул. Правда, места для штурвального в той же Ниве не было. В кабинах современных комбайнов дополнительные места есть, только ездить на нем некому. Последний раз я сидел рядом с комбайнером, когда мне было, по-моему, лет 9. Этим комбайнером был мой отец. Так что для меня этот комбайн еще и машина времени, которая вернула меня в детство. Работать на целинские поля в период уборочной приезжают люди из самых разных мест. Например, среди 5 комбайнеров хозяйства отца и сына Муляновых есть и жители Целининского района, и соседних сел Татарстана, и даже житель Ульяновска. Почему решили городскую суету променять на просторы пшеничных полей, на комбайны? Во-первых, нравится большая техника. Вот. Потом земля, все-таки есть земля. Земля дает нам жизнь, земля дает нам все. Вот. Ну и кто-то должен этим заниматься. Тем временем бункеры комбайнов уже полны, и наступило время выгружать зерно в кузов грузовика. Сам Александр Мулянов за первый день, который он называет пробным, комбайны собрали по 7 бункеров, или по 40 центнеров с гектара. По оценкам местного агронома Рустама Ганединова, это не лучше и не хуже, чем прошлые годы. Те года мы в среднем вот тоже так же получали, 30-35, и в этом году, может, частично отдельные поля могут дать 40, может, 45, если по погоде. А так у нас пока по прошлому году примерно идет. КамАЗ заполняется зерном и уже готов отправиться с ним на склад. Но сделать это ему не дает появление на поле УАЗа-санитарки. Это означает, что настало время обеда. Все как положено. Первый, второй и чай. Блюдо приготовлено из натуральных продуктов. Мясо так вообще свое. Горячее, кстати, да. Вот можно пища реально горячая, пища реально вкусная. Потому что комбайнеров кормят отлично. Обедают в поле не только комбайнеры, но и их начальники. Например, по словам самих хлеборобов, Александр Мулянов целыми днями с ними в полях. Это при том, что он живет в Ульяновске. Куда, пожалуй, пора спешить и нам. В пшеничных полях хорошо. Правда, уже скоро вот этих колосьев не будет. Зерна из них лягут в склад, а потом из них сделают хлеб. Для этого комбайнеры и продолжают трудиться до позднего вечера и с утра. Ну а мы покидаем их и отправляемся домой. We'll be right back.
рекомендую попробовать. Особенно молодым людям, энергичным, которым работы, грубо говоря, нету. Но приезжайте к нам, работу найдем.